Медитация 299. Тень. Никто не может убить эго, потому что эго нет. Оно как тень. Нельзя убить тень. Даже бороться с тенью глупо. Вы обречены на поражение. Не потому, что тень очень сильна, а потому, что тени нет. Если вы начнете бороться с тенью, как вы можете победить? Ее не существует. И точно так же не существует эго. Эго – тень существа. Точно так, как тело отбрасывает тень, существо отбрасывает тень эго. Нельзя с ним бороться. Нельзя его убить. По существу, само желание убивать исходит из эго. Можно только понять. Если вы хотите убить тень, внесите свет, и тень исчезнет. Внесите больше осознанности, и эго исчезнет.